Приветствую всех на канале подписчиков, случайных зрителей. Перебрал я здесь кулечки. Три штуки по 25 копеек, по 100 штук каждая. В Укрсибе, конечно, были монеты поинтереснее. Здесь, ребята, я нашел луганских монеточек. 8 штучек. 1992 года. Так, 94 года я нашел 7 монет. Одна с крупным гуртом. Тоже номинальный. Две монеты 96 года. Номинальные. Так. И одну, ребята, монеточку 1994 года. Один БАК. Здесь черенки касаются. Крупный гурт. Так. 25-очки мы пробежали. Смотрим. Полтиннички. В полтинничках был один кулечек с Эксиба. 100 штучек и... Пумба, сороковничек. Ну, в пумбе, конечно, так себе, в Укрсибе было получше. Так, здесь я нашел 2 со средним гуртом 92-го. 3 монеты 4 ягодничка. Одну монету малый герб. Нашел вот такой вот в 92-м году небольшой сдвиг. Я бы сказал, незначительный. В 94-м году, ребята, я нашел сдвиг более существенный. По 3 зубца выставлено. Сдвиг идет вот такой. Небольшой поворотик. Так, это у нас 8 монет 94-го года. Еще, ребята, нашел полтинничек интересный. Сначала думал, его машина откатала, но потом присмотрелся. Здесь какой-то странный... Очень странный лишний металлчик у нас находится в нижней части монеты. Вот здесь есть. Думал, машина наехала. И с другой стороны вот такой вот христовой знак из лишнего металла. Сейчас я кину вам на микроскоп. Вот здесь лишний металл кусочек. Ну, похоже, конечно, на то, что его сорвало. Механическое повреждение есть. Ну, а с другой стороны, конечно, интереснее. Вот такой возле даты хрестики из металла. Прикольная монетка, конечно. Думал, что-то механика. Но здесь какие-то интересные рисуночки получились. Также, ребята, я перебрал десюлечек небольшое количество. Здесь была пара кулечков с разных банков. Ну, в принципе, особо интересно ничего не нашел. С этого, что я отложил 4 монеты малого, то итальянских, 1.13 ААМ-очки. 2 монеточки луганского чекана, ВАшечки. Также, ребята, здесь одна монета 94-го года, ВАшечка. Отложил в 10-го года в Брестке. Обалденная монетка, она блестит как новая копеечка, вроде бы не битая такая, хорошенькая. Отложил. Они, конечно, встречаются, но не особо часто. Также, ребята, я отложил какую-то монету 16-го года с какой-то полосой, не знаю. Вроде бы и царапина, но может быть и трещина. Точно так еще не разобрался особо. Вот здесь идет такой ровный круг. Ну, по металлу могу сказать, что трещина маловероятна. Ну, а вдруг... В общем, я думаю, мы еще посмотрим. Ну, также отложил, ребята, 2002 года две монетки. Одна монета 2003. Ну, и 2004 года здесь у нас монеточек побольше. Их здесь 7 штучек. Так что, ребята, вот такой неплохой переборчик. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем пока.